переходимо до іншого питання. Я попрошу колег Андрі Янка, Елнавані Люсіана і Самсон. Це бібліотека університету Паджа Джаран, Індонезія, підключитися. Називається «Внесок публічних бібліотек в досягнення цілей сталого розвитку. Практичне дослідження в районі Бандунг, Індонезія». Okay, I already start my screen. So allow me to start my presentation. I will introduce myself, Elnovani Luciana from Universitas Pajajaran, Department of Library and Information Science. Me and my team, Andrianto and Samson, will present the contribution of community libraries to the Sustainable Development Goals, a case study in Bandung District, Indonesia. Тема моего доклада – вклад публичных библиотек в устойчивое развитие на примере района Бандунг в Индонезии. IFLA invites library to contribute to sustainable development goals. As a developing country, Indonesia has many community libraries in the form of reading centers known as TBM, Taman Bacaan Masyarakat, or in English, Community Reading Park. TBM contributes to sustainable development goals through literacy movement carried out with related party in the community empowerment to improve the quality of education and increase individual capacity to achieve prosperity. Наш университет приглашает библиотеки поучаствовать в выполнении целей устойчивого развития. Как развивающаяся страна, в Индонезии много публичных библиотек. Они известны как читальные залы, по-английски это community reading parks, то есть общественное место для чтения. И такие общественные библиотеки помогают достичь устойчивого развития, цели устойчивого развития через распространение грамотности и для того, чтобы повысить качество образования и повысить возможности каждого для достижения хорошей жизни. We use method descriptive approach, and we try to explain. Этот слайд описывает методологию моего исследования. Мы используем описательный подход, объясняя, как общественные библиотеки способствуют достижению цели устойчивого развития. And discussion of our study show that library transformation provides a space for community involvement to the empower in improving the quality of life through the provision of information resources and improving the life skill of the community around TBM, which its literacy movement can empower and train directly, which can have an impact on increasing individual abilities and skills they already have to improve the quality of life of the community. Результаты нашего исследования показывают, что трансформация библиотек обеспечивает возможность для того, чтобы привлечь общественность для улучшения качества жизни через предоставление информационных ресурсов и повышение качества жизни людей, которые собираются в читальных залах, в общественных публичных библиотеках. Учитывая, что общественные библиотеки продвигают грамотность, цифровую грамотность и могут прямо и непосредственно влиять на повышение индивидуальных особенностей и навыков. Они уже тем самым повышают
качество жизни всей общественности. TBM or community reading activities based on social inclusion in Bandung Regency area have support the achievement of SDGs. TBM can empower and train directly to library users, which can have an impact on increasing individual abilities and skills they already have to improve the quality of life of the community. Общественные библиотеки, общественные читальные залы, основанные на социальной инклюзии в нашем районе Бандунг, помогают продвижению целей устойчивого развития. Тем самым библиотеки могут предоставить возможность напрямую тем, кто читает в библиотеках, могут предоставить возможность повысить индивидуальные возможности и навыки, которые у них уже есть, а цель – повысить качество жизни общества. Thank you very much. It was interesting. Thank you. Лусіана, щиро дякую. Тема надзвичайно цікава. Thank you very much. The topic is absolutely interesting. Для України, в якій в результаті війни буде надзвичайно велика кількість постраждалих. This topic is especially relevant for Ukraine. This country, as a result of war of Russia against Ukraine, will have many displaced people and many broken places. Питання інклюзії. The social inclusion issue is very important. Набирає особливого значення і становиться трендовим напрямом роботи. This has become a trend in our work. Щиро дякую за твою Thank you very much indeed.